Здравствуйте, меня зовут Маша Ефросинина, и я с 2018 года являюсь почетным послом Организации Объединенных Наций по вопросам народа населения в Украине. Я хочу обратиться с важным заявлением ко всему русскоговорящему населению Украины и России, для того, чтобы вы могли размещать эту информацию на телеграм-каналах, к сожалению, на которых нас нещадно блокируют, чтобы достучаться сегодня до матерей и жен, сестер, воинов, которые убивают наших детей на территории свободной Украины. У меня для вас важное заявление. С сегодняшнего дня Министерство обороны Украины и Всемирное IT-сообщество пришло к важному решению. Всемирное IT-сообщество на сегодняшний день собрало сумму в много миллионов долларов, которую я разглашать не могу. Но поверьте, ее хватит, чтобы сделать денежную выплату каждому сдавшемуся солдату. Если солдаты сдаются с военной техникой, транспортом и так далее, сумма будет в 5 миллионов рублей. Ниже в посте я оставлю все подробности и полный инструктаж. Записываю уже я это видео для того, чтобы вы могли размещать его в чатах, в которых находятся матери, сестры и жены этих солдат. По достоверной информации, предоставленной мне Министерством обороны Украины, я знаю, что у многих солдат нет обратной связи со своей роднёй, но они ее иногда находят. Они звонят своим матерям, поэтому, возможно, они это обращение не увидят. Пускай им об этом скажут их мамы. Пускай их мамы уговорят сдаваться, оставаться живыми, строить свою жизнь, создавать семьи и прекращать творить геноцид по приказу человека, который не ведает, что творит. Ему уже конец, а вам, мальчишки, еще жить да жить. Сдавайтесь, получайте амнистию, получайте деньги. Украина вас отпустит с миром и с Богом. Остановите войну. Слава Украине!